Мудрая притча. Одного мудреца однажды спросили, что больше всего его изумляет. Он ответил: человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит эти деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет, как будто никогда не умрет, а умирая, сожалеет о том, что и не жил-то вовсе. Так и хочется напомнить всем, что жизнь уходит от нас так быстро, как будто ей с нами неинтересно. Что же делать? Помните, есть только два дня в году, когда мы ничего не можем сделать. Один из них называется «вчера», а другой – «завтра». Друзья, живите сегодня, потому что вчера уже нет, а завтра, может, и не будет. Знайте, что сегодняшний день – это самый лучший день вашей жизни для того, чтобы сделать что-то очень важное, чтобы научиться любить, чтобы верить, да и просто жить.